Добрый день, друзья, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лем Биту. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о фигуре «сложный откат». Но вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого видео вы узнаете, как формируется паттерн. Разберем, как использовать фигуру для входа в сделку. Ближе к концу занятия будет тест, пройдя который вы сможете оценить свое понимание темы. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. В группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Когда цена находится в трендовом движении, то обновляет максимумы и минимумы. При этом мы часто видим формирование обычного отката. Сложный откат также возникает при трендовом движении. Но сложный откат, в отличие от обычного, формируется тремя волнами. Зеркальный откат формируется на нисходящем тренде. Кратко подведем итоги по ключевым признакам. Цена на восходящем тренде, первый случай, пробует идти выше и, не доходя до хая, идет вниз. На нисходящем тренде ситуация зеркальная. Цена идет вниз, откатывается и, не доходя до лоу, идет вверх. В первом примере цена идет дальше вниз и пробивает локальный минимум. Во втором пробивает локальный максимум. Обратите внимание, для спешащих войти в разворот тренда это классическая ситуация разворота. Дальше мы это разберем подробнее. После чего цена устремляется дальше в сторону основного тренда. Это очень интересный момент, и мы его сейчас разберем. Когда вы начнете видеть этот паттерн на графике цены, тогда сможете оценить текущее настроение участников рынка. Заинтриговал? Тогда двигаемся дальше. Сложный откат начинает формироваться как обычный откат. Сейчас покажу уже сформированную картину, а кому интересно, как она получилась, посмотрите, пожалуйста, мой вебинар Price Action Паттерн Откат Подтверждение. Полное руководство. А вот дальше начинается самое интересное, и на этом остановимся подробно. Под минимумом 1 трейдеры, которые открыли длинные позиции, поставят стоп-приказы на продажу. Так они будут защищать свои длинные сделки. Но как только цена вновь пойдет вниз, сработают стопы и сделки будут закрыты. Смотрите, что получается. Во-первых, появился новый хай ниже предыдущего. Во-вторых, цена пробила линию тренда. Для многих трейдеров, которые не оценивают ситуацию в целом, а торгуют по формальным признакам, это сигнал к продаже, и они открывают сделку на продажу. Таким образом, ниже минимума 1 слабая группа трейдеров будет продавать, а сильная выкупит их позиции. Поэтому после сложного отката часто можно видеть импульсное движение цены. Тот, кто откроет короткую сделку и потеряет, подумает: как такое получилось, я ведь все сделал верно. Чтобы вам не допускать таких ошибок и смотреть на цену комплексно, давайте сформулируем правила, которые помогут не попадать в подобные ловушки. Первое правило. Признаки смены тренда в первую очередь говорят о его ослаблении. То есть ждем скорее сложный откат или боковик, но не разворот. Второе. Тренд скорее продолжится, чем развернется. Важно понимать, что рынок инертен, и на многие вещи реакция происходит с запозданием. И последнее. Очень важно оценивать картину целиком. Это значит посмотреть, каким уровнем подходит на старшем таймфрейме цена, как ведут себя индексы, как ведут себя бумаги или валюты из смежного сектора, какая была общая ситуация на рынке за последние дни. Оценить динамику объема и из этого сделать вывод. А сейчас посмотрим, как выглядит сложный откат на графике, после чего покажу, как входить в сделки. Так выглядит сложный откат на графике цены. Чем-то это похоже на латинскую N. Сейчас покажу, как входить на таком откате в сделку. Первый шаг. Цена пробивает минимум 1. С большей долей вероятности, если она вернется выше минимума 1, она продолжит движение вверх. Для того, чтобы войти в сделку, нужно поставить заявку buy stop за хай возвратной свечи. Обратите внимание, мы ставим свою заявку там, где будут выставлять свои стопы шортисты. Таким образом, если цена пойдет вверх, она из-за стопов будет двигаться импульсно, что очень хорошо для сделки, так как она быстро уйдет от цены первоначального входа и даст возможность защитить сделку. Теперь о стопах. Стоп можно поставить агрессивно за лоу свечки А или консервативно за последний минимум.
После того, как цена пойдет вверх, наша заявка активируется и сделка откроется. Особенность входа в том, что если цена пойдет выше минимума 1, то с большей долей вероятности цена уйдет выше, по крайней мере дойдет до последнего хая. Вход в короткую сделку зеркален. Входим в сделку заявкой sell stop. Стопы выставляем либо агрессивно, либо консервативно в зависимости от того, какой запас по прибыли. А теперь переходим к практической части занятия. Трейдинг без практики результатов не даст, поэтому очень важно научиться применять полученные знания. А для этого лучше всего закрепить их на самостоятельных упражнениях. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого из 11 упражнений вам будет дано примерно 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении упражнения видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного. Пересмотрите ролик, в паузах делайте остановки, используйте презентацию к этому видео, ее можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». А теперь начнем тест. Если готовы, тогда начали! Сразу скажу, что в этот раз упражнения будут непростые. Кто нашел паттерн, добавьте себе в копилку 1 балл. Уверен, что не у всех будет получаться, по крайней мере с первого раза. Может все пойти не очень просто. Второе упражнение. Ищите только сложный откат. Если готовы, тогда начали. Если не получается, поставьте видео на паузу, подумайте. Думаю, что второе упражнение было чуть легче, так как здесь было два паттерна. Так что вероятность найти повысилась в два раза. Кто нашел первый, поставьте себе плюс один. Кто нашел второй, добавьте в свою копилку еще один плюсик. Третье упражнение. Готовы? Начали! Не спешите, ищите внимательно. Кто нашел фигуру, поставьте себе еще один балл. Интересно, сколько золотых монеток вам удалось собрать? Четвертое упражнение. Готовы? Засекая время, начали! Как результат? Что нашли? Кто нашел этот откат, поставьте себе плюсик. В этот раз задание было чуть-чуть попроще. Пятое упражнение. Приготовились. Начали. Обращайте внимание на детали. Ну что, идем проверять? Если нашли фигуру, ставьте себе 1 балл. Думаю, что на этот раз сложностей с поиском паттерна у вас не должно было возникнуть. Идем дальше. Шестое упражнение. Готовы? Начали! Помните, что сложный откат ищем в тренде. Что получилось? Кто нашел откат, поставьте себе 1 балл. Если кто найдет на графике сложный откат, пропущенный мною, напишите в комментариях. Вдруг где-то я ошибся. Седьмое упражнение. Приготовились. Начали. Что получилось? Давайте проверим. Кто нашел паттерн? Большой молодец. Поставьте себе еще плюс один. Даже если вы не будете использовать сложный откат для входа в сделки, это очень полезное упражнение, так как вы учитесь видеть волновое движение цены. И обращайте внимание на динамику максимумов и минимумов, а это важный шаг в понимании движения цены. Восьмое упражнение. Приготовились. Начали. Думаю, что к этому времени у вас получаться стало лучше. Посмотрим, что нашел я. Если нашли фигуру, очень хорошо, поставьте себе плюс один.
9-е упражнение. Приготовились. Начали. Подсказка, оно чем-то похоже на 6-ю. Кто нашел паттерн? Отлично. Ставьте себе еще плюс 1 балл. Друзья, осталось совсем немного. Всего 3 упражнения. Приготовились? Начали. Сколько паттернов нашли? Если нашли, молодцы, поставьте себе еще 1 балл. Но этот график дает нам еще один паттерн. Второй паттерн идет практически сразу. Кто его нашел, замечательно. Ставьте себе еще плюс 1. Проверяйте меня, вдруг я что-то упустил. Напишите об этом в комментариях. Это полезно, так как развивает вас память на графике. А это очень полезный навык для трейдера. Ура! Мы на финишной прямой. Последнее упражнение. Готовы? Начали! Что получилось? Идем проверять. Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс 1. Интересно, сколько золотых вам удалось собрать? Напишите об этом в комментариях. А теперь подведем итоги теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу, пересмотрите ролик. Скорее всего, вы не давали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 7 баллов, нормально, так как в этот раз задания были непростые. Но стоит еще все внимательно проработать. Если ваш результат в пределах от 8 до 10, это очень хорошо. Но и этот результат можно улучшить. Если вы достигли 11 баллов и выше, поздравляю, это великолепный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав свои скрины графика. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже» и на графиках сделайте упражнение на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – это лучшая награда. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!